Я вас приветствую, дорогие мои! С вами Тамара Капибара, и мы продолжаем проходить Resident Evil 4. Ну что, ребята, в общем, никаких больше серий по часу. Я знаю, что игра классная, замечательная, и я очень сильно заигрываюсь. Но нет, это очень долго для компа, ему тяжело это рендерить, поэтому нет, только давайте по 35 минут. Примерно так. Я засекла время, все, я буду теперь смотреть на время и ориентироваться примерно как-то так. Так, ну что, ребята, что у нас? Куда дальше-то идем? Куда дальше-то пойдем? Так, где наша вообще точка? Где точка конечная? А, вот ты где? Ого, ого. Ладно, пойдемте. Так, Эшли, короче, смотри. Это лут, это деньги. Хотя, в принципе, ты президентская дочка. Ты, наверное, в этих деньгах купаешься. Может быть, на них даже спишь. Поэтому тебе это все фигня. А я, парень, это работящий. Мне вот это не фигня. Мне каждая копейка дорога. Патрошки. Патронов много не бывает. Так, тут что-то у нас опять денежки. Так, ну что, мужики. Итак. Что у меня по дипломату? По дипломату объединить вот с этим. Так, хорошо. Хорошо. Так, ребятам... Спасибо вам большое за то, что написали. Слеповухи нужны для этих монстров, у которых... Ну вот это вылезает, ну вот это самое. Все, я поняла, буду пользовать. Замок взломан. Ничего себе, взломал замок. В смысле? Мадемуазели и не мадемуазели. Так, ну-ка, может быть... Может быть, нам гранату взять? Какую-нибудь зажигательную, поджигательную? Экипироваться. Че, пошли, Эшли? Тихим шагом, как будто мы на прогулке, просто дождичек идет. А подожди-ка, у меня появилась идея. Причем не такая уж и плохая. Так, ну-ка. Я могу... А-а-а! Держите огонька, мужики и бабы. Ну-ка. Да. Да блин. О, вылезла. Подождите, сейчас я попробую как раз таки вашу теорию. Хотя, в принципе, нельзя использовать слеповуху на одного. Но работает, все, вы меня не обманули. Хотя вы никогда меня не обманывали, я всегда вам верю. И улучшать оружие я тоже буду, ребят, я все прочитала, все буду улучшать. И копить денежку. И улучшать, и копить денежку. Так, ну-ка, быстрее заберем. Там трава зеленая. Ой, пацаны. Давай, бери. Интересно, желтенькая трава так выпадает или нет, ребят? Кто у нас в резидент, не знаю, в резиденте собаку съел? Выпадала ли желтая трава вам с зомбаков или нет? Что-то музыка какая-то до сих пор зловещая. Я побегу в эту коморочку. Тут ящики отреспаунились. Так, Эшли, аккуратно, тут может быть змея. Но пока ее нет. Опа. Блин, я думал, это змея, это патрон для дробовика. Ну ладно. Так, ну-ка, перезарядись. Я знаю, что я перезарядкой страдаю. Не перезарядкой я страдаю обычно, но тут я стараюсь такое не делать. Точно тут ничего нет? Нет, ничего нет, хорошо, все, пошли. Хорошо, что с этими бочками догадалась. Хотя, в принципе, как можно было не догадаться с бочками, что их надо в них стрельнуть? По-моему, это очевидно. Так, ну-ка, гнездо. Эшли, короче, видишь гнезда? Говори, что Леон, тут гнездо, и все. Потому что нам это надо, нам это нужно. Так, мы по такому пути пошли, да? Пацаны, как в прошлый раз я затупила, я теперь ни в чем не уверена, вообще ни в чем. Правильно ли я иду или неправильно. Но вроде да. Пошли тогда. Слезть. Даже так? Вы меня просто спустили. Ну ладно, спасибо вам большое. Представляете, в линейной игре уйти не туда. Это только я могла так сделать. Я вот, ребят, даже свои фейлы я не вырезаю. Потому что вы должны это видеть. Вы должны. Привет, торговец. Торговец. Дай мне закупиться. Welcome. Ух, ты хоть при девке молодой-то не распахивай плащ. Sale, у меня появились редкие товары, незнакомец. Карта сокровищ дерев... Маузер.
Да и не хочу я. Ракетница, приклад. Может быть, приклад ТМП купим? Да. Угу. Так, подождите-ка. Прежде чем что-то покупать... А, мы можем же... А, подожди-ка. А могу ли я... не могу. Нет. Выбросить из дипломата лишние вещи, еще чего удумал. Да нет, блин. Да нет, я тебя сейчас выброшу, блин. Да, отменить. Come back, Eddie. Подожди, камбэкать. Сейчас я тут что-то... Сейчас, подождите, пацаны. Короче, как бы это надо бы заниматься за кадром бы желательно. Вот желательно бы за кадром. Так, подождите-ка. Вот, я научилась вертеть. Вот так вот, наверное, да. Сейчас быстренько все это мы с вами сделаем, а пока я вам расскажу. Ребят, я прочитала в комментариях, как вы мне сказали, что типа, Тамара, вот такие-то резиденты бы хотели бы у тебя увидеть... Я с вами солидарна. Если они выиграют когда-нибудь в голосовании, то они будут на канале. Как вы знаете, это прохождение Резидента 4 платное, потому что за него заплатил Джек, за что я ему очень благодарна, потому что... Потому что Резидент бы никогда бы не выиграл в голосовании. Не знаю, что-то у нас как-то не заходили Резиденты. Так, все, хватает места. Так вот, ребята, что я могу сказать? Пятый, Резидент, шестой, они будут участвовать в голосовании. Седьмой под вопросом, потому что мой комп может его не потянуть. Как бы без записи, да, а с записью могут быть фризы. И кто смотрел у меня «Мафию», первый ремейк, видели, что там творилось. Поэтому я не знаю, буду я убивать комп ради Резидента седьмого или нет. Но возможно он подойдет, но восьмой точно нет. Его точно не будет на моем канале, потому что он не подойдет. Ну, не заработает на моем компе. Не совсем и никак не заработает, потому что комп у меня не как у топовых стримерш. Комп куплен на собственные мои деньги. Как-то так. Ну и, в принципе, кто у меня часто на канале, в принципе, все это знают. Вот. Поэтому... Да. Поэтому... Качаем мощность ТМП. Поэтому как-то так. Так что в голосовании можете ждать 5-й, 6-й, 7-й под вопросом, если... Ну, может быть, я посмотрю, пойдет он или нет. По тестю, так сказать. А 8-й точно не будет, ребята, не будет 8-го. Уж извиняйте. Апгрейд компа не планируется... Наверное, никогда. Потому что не на что и прочая такая фигня. Так, тут опять ничего не выпало. Ну ладно. Второй раз просрали патрон никуда. Поэтому как-то так, ребята. Как-то так. Все, вроде на все ваши вопросы ответила. Значит, спокойненько идем дальше. Давай, забирайся. Так, проверяю, сколько минут прошло. Где-то 8. Так, а может быть в этой что-то выпадет лампе? Тогда же выпало. Нет? Выпало, смотрите, опять. Шпинель. Вот это да, смотрите, шпинель нашли. Не зря, не зря, не зря патрон потратил. Тихо, чё? Так, машинка, я могу записаться. Ничего, блин, все утащил, наверное, Луис, блин. Кому же еще тут еще что-то утаскивать у меня? Жители на голову больные, им не интересно уже, наверное, ничего утаскивать. У них только в башке лорд Садлер, наш герой, наш король и прочь. О, лорд Садлер. Так, ну шо? Я прокачиваю ТМПху, но не хочу из нее стрелять, потому что экономлю патроны, мало ли, на боссов, знаете, ребят. Поэтому... Не, нафиг мне это все, нет. А-ра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 -ra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 -
Лорд Садлер. Умер в мучениях. Какие же они преданные, ребят. Я все не устаю удивляться, представляете? Насколько они преданы. Что типа, о, лорд Садлер, лорд Садлер. Так, нам надо, короче, как-то... Нам вообще сюда, нет? Так, ну-ка.
Так, женщина схватила. Вот и все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Блин! Да ладно, неужели провалено? Ну да, мне же сказали, будет провалено. Я просто хотела отбежать, чтобы... пострелять в эту фигню. Ара-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 ра. Ой! Ты чё в девку-то попал, дурак что ли, блин? Я думал, на опережение буду. Ну, хотя бы денег дал. Так, Эшли, ничего, не переживай. Я тебя полечу когда-нибудь. Серьезно. Так. Ну, мне сюда. Да, конечно. Так, ну-ка, подождите-ка, подходите. Подождите, не сзади? Потому что мне кажется, кто-то сзади что-то сказал. Так, мужик с вилой. Так, подожди. Они перелезать умеют? Смотрите, нифига себе. Да, Эшли, уходи! Да блин, что она там засела? Почему она за меня не прячется? Так, хорошо. Она там дезориентирована, эта баба. Сейчас мы, короче... Сейчас ей дадим пинка. На тебе! Хорошо, в лицо. Так, а куры-то не несутся? А ты-то что так далеко, так слеповуха сработала? Ничего себе. Так, капкан закрыт. Мне бы кому-нибудь ей бы яйцо найти, потому что свою траву я тратить на нее не хочу. Вот такой вот я жлобный мужчина. Не настоящий мужчина, знаете, настоящий мужчина, по мнению женщин, должен тратиться полностью на свою даму. А я не настоящий немножечко. Может, яйцо тут найдем ей? Куры, может быть... Нашли только старого хрыча. Да только не вылезай! Ну, блин, вылезла, блин, у него вылезла. Сдохни. Потому что, мне кажется, больше патронов потрачу, чем этих слеповух. Чё вот у тебя? Патроны. Ну, патроны на это менять, конечно, но я не знаю, ребят. Ничего нет. Так, и кур нет. Смотрите, тут даже куры ушли из этой деревни. Классно. Даже куры ушли. И коровы ушли, ребят. И куры, и коровы. И костра нет. Да, нормально, нормально, ничего. Живем. Ну ладно, ребят, если что, я полечу. Ничего страшного. Стоит один. Стой! Молчи. Главное, чтобы у него ничего не вылезло. Вылезло все-таки. Да подожги себя, дурак. Да подожги. Хотя как он подожгет, если он даже не начинал? Так, Эшли, отойди. В капкан главное не зайти. Блин, ничего нету в этих домах. Все облутали. Вот вы собаки. Причем тут собаки, ребят? Собаки я люблю. Вот вы гады просто. Так, капканов тут нет, а точно наступлю. Смотрите, как они хитро все наставили. Ишь ты, блин. Так, а мне хоть сюда-то я правильно бегу? А то я уже после того тупника, я уже сомневаюсь в себе. Да, правильно. Хотя можно было убежать туда. Так. Итак, подождите-ка. Не будем жопничать и жадничать. Так, а как это использовать на Эшли? Как использовать траву на Эшли, ребят? Так, главное меню... Не-не-не-не-не-не-не. Так. Так, действие, бег, разворот, перезарядка, подготовить оружие, атака, приказ Эшли, карта. А хрен знает, я не знаю, как использовать.
Так. Что тут у нас в контейнере? Что это? А, она спрятаться может. Слушайте, удобно. Пусть тут сидит, короче. Пока я разберусь, ее заберу. Только не поняла, как мне ее лечить. Машинка, кстати, есть пишущая. Записка. Блин. Не знаю. Сэра и его помощники. Мы по-прежнему ничего не знаем о местонахождении Луиса Сэра. Скорее всего, ему известен тайный ход, которым пользовался еще его дед во время охоты в этих местах. Я уверен, что он прячет то, что принадлежит нам, где-то в лесу. Если бы его дед был еще жив, с его помощью я бы отыскал Сэра. Но как он узнал о том, что мы ввели ему яйцо Лас Плагас? Также интересно, как Сэра смог избавиться от него, прежде чем Лас Плагас получил над ним власть. Еще один факт, волнующий меня, это побег Сэра с тем, что принадлежит нам, как раз перед приездом американского агента. Я считаю, что это непростое совпадение. Здесь замешан кто-то еще. Чтобы найти ответы на все эти вопросы, нужно поймать Сэра и дождаться, пока инъекция подействует на него. Тогда мы сможем ввести ему еще одного Лас Плагас. Когда все будет готово, нам станет известно, кто стоит за всем этим. Никто не имеет права нарушать наши планы. Того же, кто осмелится это сделать, ждет суровое наказание. Вот так вот, пацаны, вот так вот. Какие они бесчеловечные. Да. Что-то я так много насохранялась. Ух, хорошо, что тут игра меня не может запутать и сама показывает мне, какое сохранение я сохраняла. Так, ребят, ну пусть она там сидит, короче. Не знаю, как ее лечить. Я думала, как-то может траву на нее применить. Что-то как-то не применяется. Подождите, а тут никого нет? А, вот он. А-ра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 . Иди сюда. Иди сюда. О, баба лезет. Ничего себе, блин. Тут целая пати, блин, на хате собирается. О, а-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Главное, чтобы не вылезло у него. Не вылезет? Не вылезла, отлично. А то у них такие глаза краснющие, ребят, что я просто боюсь их. Так, бабенцы, это где? А, я думала, это баба. У-у-у-у! Женщина с молотком. А как вы оба дамагу получаете? А, у бабы вылезла, смотрите. У бабы вылезла кое-что нехорошее. Наверное, плохо слепо на это тратить. Ну ладно. Не обеднеем, ребят, не обеднеем. Я надеюсь. Ну-ка, иди сюда. На! Свертухите. Чё? Лорд Садлер! Хорошо, денег дал. Спасибо. Так, ну чё? Ну чё, чё? Кто-нибудь выйдет еще или нет? Или мне вас так искать? Реально коров нет. Они сожрали всех коров? Ни хрена себе они дают. Так, лута нет. Все, ребят, их даже коровы кинули. Перестали тут с ними существовать. Ну, конечно, ребят, коровы намного разумнее, чем эти все чудилы, блин. Так, они что, там капканы наставили? Да, конечно, блин. Да, конечно. Иди, потяни ко мне свои ручонки. Я надеюсь, там мышли не хватать, не собираются. О, зеленая трава. А где? Мужик, ты где? Ну-ка. А-а-а! Вот ты где. Лорд Садлер, скажи. Встает, смотрите. Ему как слону дробина, блин. О, гранату другую нашли. Так, ничего нет. Кто там пошипел на меня? Кто? Какая-то сучка на меня. А где вы? Да где это сука, блин, семейная парочка, блин. Вылезла у тебя, да, сучка? Сейчас я стрелю тебе, блин. Будешь знать. О, не стрелю. Ну давай, сучка. Что, сдохнешь ты, нет? В
сверху они там стояли, ишь ты, блин. Офигеть совсем. Че, все больше, никого нет? Я могу вернуться своим. Да что ты будешь делать-то? Достали? Да опять у него вылезло. Да что у них у всех вылазит-то? Что у них сегодня? Что, блин, в этой деревне сегодня случилось? Почему, блин, все повылазило? У всех, блин, все вылезло. Сейчас все патроны потрачу, если у них будет постоянно вылезать какая-то фигня. Офигенно, он растворился в какашке и даже мне ничего не дал. Классно, чё? Замечательно. Я не обиделась, но я запомню. Короче, предлагаю, пацаны, сохраниться и за дамой сердца бежать быстренько. А чё, чаще сохраняться? Почему нет? То её там, не знаю, блин, убьют опять её шальной, не знаю, вот этой фигнёй из башки. Не-не-не-не, нафиг. Поэтому уж лучше я перебью. Лучше перебдеть, чем не добдеть. Опа! Прикольно, представляете, если бы женщина так в реальной жизни команду выполняла, типа так, мужик скажет ей, помолчи, она замолчала, там, пошли со мной, так, угу. А попробуй в реальной жизни дамочке дай команду, а она вас с дерьмом сожрет, пацаны. Ну, конечно, есть адекватные, нормальные девушки, которые поймут и сделают то, что вы просите, потому что это надо, а есть, которые будут говняться. Так, забраться. Ты залезешь сама? Залезет. Куда она денется. Я поняла, куда мы идем, ребят. Помните, Леон сказал в первый раз, что типа мне там не пролезть. Ну, типа, мне кто-то нужен, короче, он сказал. Кто бы мне в этом помог? Кстати, если мы бы не достреляли бы медальоны, мы могли бы сейчас это сделать. Так, никого тут нет. Сколько капканов, блин. Аккуратно. А, поймать. Прости, я забыл про тебя. Так, ну что? Мисс Э, короче, аккуратно сейчас пойдем. Слепу дали одну за все время, да вы что? Так, ну-ка, давай. Подожди, поближе чуть. Да что ты. Хорошо. А то еще в капкан попадемся, как какой-нибудь лесной зверек. Я как бы не горю желанием это делать. Я вообще не люблю, ребят, когда звери в капканы попадаются. Вообще не люблю эту охоту и прочее такое. Что-то не связано. Так, подсадить. Я надеюсь, ее там никто не утащит, пока мы ее подсаживаем. Смотрите, Леон какой джентльмен, не смотрит, что у него под юбкой белые трусы. Прям по-джентльменски. Хотя, может быть, Леон взглянул бы. Я ее открыла, Леон. Леон бы, может быть, посмотрел на трусы Ады. Предпочел бы посмотреть, скорее так. Так, ну-ка, подождите, мы что-то разбазариваемся. Такое чувство, что как будто мы в финале игры, и нам, знаете, у нас много травы, патронов, и мы херню страдаем. Не-не-не-не, пацаны, все. Опять-таки наша тактика с ножа... О, блин, торговец, я чуть-чуть не пристрелила нахрен. Чё у тебя есть-то? Welcome. А чё без этого, без приветствия? А, все хорошо. Да мне ничего не надо, мне бы только... Да ничего мне не надо, я пошла. Камбэк. Что-то такой мост мне прямо, знаете, он какой-то не внушающий доверие. Блин, мне кто-то названивает. У меня плохие новости. Насколько плохие? К сожалению, мы потеряли связь с вертолетом. Наверное, его сбили, но мы не можем определить, кто это сделал. Отлично. Мы готовим еще один вертолет для вас. А вы тем временем постарайтесь добраться до места. Хорошо. Короче, пацаны, вертолет потеряли, все у нас плохо. У Эшли схватил бок. Короче, она обожала шашлыка, теперь у нее болит бок. И как ее лечить, хрен знает, тут таблеток-то и нет. Меньше жрать надо было, Эшли. Ёб твою! А что нам делать? У меня... Ара-ра-ра-ра-ра-ра! Леон, что мы будем делать? Боюсь, нас загнали в ловушку. Быстрее, бежим в дом! А вы думаете, нам этот домик поможет? Так. О, это Луис! Я узнаю его по рукаву. Опа. Мир тесен, да? О, я вижу дочь президента. Очень даже ничего. Грубиян! Мне кажется, моя фигура не имеет никакого отношения к моему положению. Кто вы такой-то? Вы тоже невежливы, ваша светлость. Может, юная леди сама представится? Прежде чем спрашивать чужое имя? Юную леди зовут Эшли Грей. Ну, она, ну ты знаешь... Не беспокойтесь, с ней все в порядке. Ну ладно. Все равно при возвращении, при превращении в одного из них появляются определенные симптомы. Посмотрите!
страшный. Эшли, иди наверх. Да ладно. Мужики остались разбираться. Начнем игру. Ребят, он чистый пикап-мастер просто. Пикадиллию, блин. Как будто, знаете, он мне пиццу предлагает купить. Точнее, заказать. Тихо. Там желтая трава. Я желтую траву увидела. Все-все-все. Мне только это и надо. Блин, а как мне... Да прекратите стучать, блин. У меня тут проблемы. У меня с инвентарем опять проблемы. Так, ну-ка, подождите-ка, подожди. Надо реально вот до серии попытаться все сложить хорошо. А то у нас как-то все лежит, как-то, знаете, плохо лежит. Вот я бы так сказала. Знаете, боевка боевкой, но инвентарь надо, короче, почистить. Да. Я могу хоть взять? О, взял. Так, ну-ка, подожди-ка, объединим. Вот с этой микстурой. Да, так. И теперь надо еще бы какое-то место освободить. Мало ли, что у нас сейчас будет. Может быть, пригодится. А ты не можешь, что ли, так менять местами вещи? Так. Давай так. Давай так. Да. Почему? Я же выбер... А, я не на ту кнопку нажала. Да. Сука. Вот так. И хватит нам только одно место для чего-то. Потому что все по-дурацки лежит. Ладно, хрен с ним, пусть так пока валяется. Кто стучит ко мне? Отстаньте. Отстаньте. Уходите. Ну-ка, подожди-ка. Дай-ка я попробую. Кто на то и выходит. Так, подождите, а в Луис, что ли, попали? Да, походу, попали. Ну я же не могу туда вылезти. О, крова, трава. Да, опять этот инвентарь. Ну ладно, она будет стоять. Подожди-ка, ну-ка. Может быть, меньше крови обойдемся так. Ой, блин! Ой, блин! Сэр, а ты чё их пропустил, блин? Ой, блин! Ты чё их пропустил? Ты дурак, что ли? Зачем ты их пропустил-то сюда? Зачем он сюда их пропустил, ребята? Зачем он это сделал? Так, жрани. Нам все равно это можно увеличивать с КП. Хорошо. Так, теперь чё? Берем вот эту гранату. Так, ну-ка, теперь-то что, берем? Теперь берем ружье. Экипируемся. И все, и пойдем разносить им башки. Ты что встал-то? Ага, смотрите! И деньги сел, слутануло. Да сдохни ты! Опа! Опа, 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 опа! На лестницу! На лестницу воевать, на лестницу, на лестницу, на лестницу! На лестницу! Так, ну-ка. Кто? Ну-ка, подожди, подожди, подожди. Подожди. Ну, Луиса же не убьют. Ну, не убили. Хорошо. Так, экипируйся, наверное, опять в ружье. Может быть, траву можно одну или не будет. На, пошел в жопу. Использую это, он что-то говорит. Да сколько тут возможно-то уже? Ой, сейчас... Тихо-тихо-тихо-тихо! Чего? В смысле ты помер? Тебе же было на два удара, не на один! Да ладно, мне же на два удара, ребят, было! Чё врёшь-то, блин, игра? На два удара! Или на один? Подождите, мне пацаны, у меня было на два удара или на один? Я опять заглючил. Почему? Мне же было на два удара! Или можно один? Ладно, пацаны, будем, короче, за этим следить. Давай, короче.
Да, они пошли. Так, а тем временем у меня опять в инвентаре полная жопа. Что я вам могу сказать? Так, ну-ка, давай-ка быстро. Да, конечно. Какие неудобные вот эти вот клавиши. Вот эти вот просто клавиши такие неудобные. Так, ну-ка, давай-ка. Так. Ну, сейчас мы слеповух-то покидаем, в принципе. Ну-ка. Да-да-да, ори там. Ори сколько хочешь. Объединить. И красную траву сейчас возьму. Мне красная трава нужнее. Так, ну-ка. Давай теперь красную. Объединим с зеленой. Так, все, пацаны, накрафтили что-то все патроны. Так, ну все-таки мне кажется, наверное, надо... Ну, не гранаты уж точно, наверное, как-то... И ТМП можно тогда... Короче, ладно, ребят, все, мы сейчас не проиграем. Он что-то меня кидает даже. Смотри, да, патроны. Ну-ка, давай-ка, подожди-ка. Так, вас там много. Мужики, ловить. Так, теперь берем ружье и фигачим им. Убери свою херню. Да ты чё, и у тебя тоже, что ли? Так, ну-ка, ну-ка, подождите, подождите. Во-первых, слеповуха. Ой, подожди, подожди, и, наверное... А, давайте ТМП. Мы экономили нормально. Ну-ка. Ничего не вырастет. Да сука ты! Почему он меня так убивает-то? Подожди-ка. Успею? Ой, не туда! Не туда, блин, кинула, блин, слеповуху вышли, кинула. Ну это паника, пацаны, что вам могу вам сделать? О, нет! Ой, сложно! Тихо, экипируйся, блин! Экипируйся, блин. Слеп нету. Слеп нет, ребята. Слепушек моих нету. Так, объединить. Используй. Так. Вот тебе и слепы кончились. Сдохнули. Они, надеюсь, сдохли нафиг. Или нет? Ну-ка, быстрее бери. На второй этаж, короче, он говорит. Нет, только не вырастай, не вырастай! Подожди! Подожди, Луис, что будет делать сам? Ну-ка, подожди-ка. Блин, пацаны, нервно. Так, там еще у кого-то что-то вылезло. ТМП-хи уже нет. Так, ну-ка, подожди, ТМП-ха. Кто-то лезет, по-моему, в окно, нет? По-моему, кто-то лезет в окно. Гранаты. Сбить! Я, знаете, почему так стрельну? Потому что у меня опять все. Да что мне с этим делать-то? Что мне с этим делать, когда эта фигня меня так бьет сильно-то, блин, пацаны? А ТМП-то у меня не заряжено. А в ружье один патрон. Может, гранату?
Хорошо. Так, пока все они там не очухались, надо взять ТМП и перезарядиться срочно. Сложный бой. Патроны. Надо их прям сока настреливать. Да ну-ка. До свидания. До свидания. Сбить. До свидания. До свидания. Блин, ТМП никогда нет. Типа, хватит с нас, довольно. Мы и так тут жопу порвали. Пацаны, какой-то нервный бой был. Кажется, они отступают. Что теперь будем делать? Мы больше не сможем пойти по мосту, по которому пришли сюда. Придется идти наверх. Я кое-что забыл. Идите без меня. Нормально, после такого ушел просто. Луис, ты куда, блин? Две смерти должно быть. В смысле две всего... А, всего четыре, в смысле... Я поняла! В смысле... А, все понятно. Ну, я согласна, да-да, было такое... Ух, ребята, вот это был потненький бой, конечно. Мы все потеряли, все, что можно и нельзя потерять, но потеряли. Ну что, ребят, я предлагаю на сегодня на этом закончить. Прошли, конечно, не с первого раза, но прошли. Так, ну что, ребята, встретимся в следующей серии. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем хорошего настроения и хорошего дня. Всем пока, ребят.